Даже погода в российском Крыму создает соответствующее настроение в самый весенний праздник. Это отметил вице-спикер крымского парламента Андрей Козенко, поздравляя жительниц Белогорска с Международным женским днем. Аналогичные поздравления прозвучали в Судаке. «Женщина всегда была стимулом для мужчин в новых подвигах и свершениях», сказал со сцены Белогорского дома культуры Андрей Козенко. «Все, что не делается в нашей стране, делается ради женщин». «Потому что вы составляете основу нашего великого и сильного государства. Все поступки, которые совершают мужчины, они, безусловно, во многом делаются ради семьи, ради самых близких, а вы для нас являетесь самыми близкими людьми. Счастья вам, любви и успехов во всем. Искренне целую, обнимаю. С праздником!» То, что женщины составляют основу государства, это не просто слова. Во многих администрациях и советах Белогорского района у руля стоят именно они. И грамоты, врученные в этот день, дань уважения силе слабого пола. Дорогие бабушки, мамы, жены, дочери, с праздником. И действительно, в российском Крыму и праздник для нас всегда солнце. Поэтому я пожелаю, чтобы в каждом доме было солнышко. Не было туч и слезы только от радости. С праздником и, конечно же, верных мужчин рядом. Теплые слова, в первую очередь от мужчин, звучали и в администрации Судака. Владимир Серов посвятил всем женщинам города стихи собственного сочинения. Как признается, эти строки родились буквально накануне. «Вы гордые, в меру застенчивые, чуть игривы, но все же скромные, современные судакские женщины. Вы нам всем до единой нужны. Успеваете все, наши милые, дома стоять, работать, рожать. И какую же великую силу надо женщине вам обладать. Вы простите нас, наши любимые, не всегда были с вами нежны. Все вы разные, все вы красивые. Нам, мужчинам, как воздух нужен». Присоединился к поздравлениям и Андрей Козенко. «Вы для нас наша семья, наша любовь. Вы для нас наша Родина. Поверьте, все, что делают мужчины, все они делают благодаря вам, женщинам. Будьте счастливы, любите мужчин, ну а мы вас любим». Кроме грамот и благодарностей, несколько многодетных матерей, живущих в Судаке, получили в подарок от администрации города бытовую технику. Алексей Щербак, Андрей Трещук, Время новостей, Белогорск, Судак.